I told you lately that I love you? Could I tell you once again somehow? Have I told you how with all my heart and soul I need you? Audrey? Одри, я говорил, что люблю тебя. Это правда. Такую нежную женщину, как ты, нужно боготворить и нежить, как цветок, защищать и оберегать, согревая ее сердцем. Сердцем! Я включу фен. Когда любишь женщину, когда по-настоящему любишь, так и нужно поступать. Я уверен в этом. Что скажешь? О чем? Ты станешь моей женой? Я... Пока смерть не разлучит нас. Иэн! Одри! Нет. Сигнал. Мне нужно немного времени. Азимут 22, Андромеда. Она здесь? Кто? Уходите. Мне пора, я не могу тебе объяснить. Постой, что это значит? Извини. Возьмите меня вместо нее. Так ты обещаешь? Да. Точно. Даю слово. Хорошо. Когда-то ты ему помог, но больше обещал этого не делать. Это гипотетический вопрос, Даррей. Хорошо. Предположим, что этот человек не был честен с тобой. Более того, он патологический обманщик. Он вроде бы и помог тебе, а вроде и нет. О ком из твоих друзей идет речь? Мы решили, что это гипотетическая ситуация. Все так плохо? Ты смог бы помочь ему еще раз? Что такого натворил твой друг? Наш. Хорошо. Что наш предполагаемый друг натворил и почему я должен ему помогать? Он испортил тебе отпуск, на тебя напали канадские гангстеры, и тебе пришлось взорвать свою машину. Гипотетически, конечно. Нет. Нет, нет и нет. Ты не можешь? Нет. У тебя замечательный друг, Фрейзер. Кто бы мог бегать по миру в поисках денег для китайских сирот? 230 тысяч миль он разбил ноги в кровь, чтобы купить телевизоры для китайских детей. И видеомагнитофоны. Такой парень не может не нравиться. Йен. Йен Макдоналд, не говори, что он здесь. Я достану пистолет и застрелюсь. Привет. Рад вас видеть. Нет, я лучше его застрелю. Рэй, ты же обещал. Ты же говорил гипотетически. Ему нужна помощь. Нет, Рэй, это всего 10 секунд. От этого зависит жизнь человека. Даже тот, кто любит приврать, иногда говорит правду. Я уверен, что он тоже собирался в Китай. 2 секунды. Спасибо. Йен, расскажи ему. Мою невесту похитили инопланетяне. Рэй, Рэй! Строго на юг. Добро пожаловать в Чикаго. В фильме снимались Пол Гросс, Дэвид Марсиано, Бью Стар, Тони Крейг, Кэтрин Брюер и другие. Ладно, можешь мне не верить, а я и не верю. Я говорю правду. Да ты знаешь, что это такое?
Это правда. Ты знаешь, что было, когда я последний раз столкнулся с ним? От бара ничего не осталось. Мы ввязались в погоню, и он украл мою машину. Я взял ее на время. Он же вернул ее. Да, чтобы я успел взорвать ее и прикрыть его задницу. Нужно было задушить его. Ты бы все равно не смог. Инопланетяне выстроили защитное поле вокруг меня. Давай хотя бы выслушаем его. Он опять наврет, а ты поверишь ему. Не успеешь опомниться, как в тебя полетят пули. Такого не было бы, если бы ты мне дал сесть за руль. Заткнись. Каждая деталь в головоломке, которая не подходит, все равно приближает к успеху. Спасибо. Но у меня есть другие дела. Ты опоздал. Сердце подозреваемого бьется чаще. Принеси мне ведерко льда, влажное полотенце и томатный сок. И побыстрее. Я заставлю этого парня говорить. Иди! Не теряй время! Где подозреваемый? Он сознался. Я отправил его к прокурору штата. Строишь из себя полицейского? У тебя же ничего не вышло. Все, хватит. Фрейзер, у этого парня будут неприятности. Он нарушил закон. Я его арестую. Рэй, перестань. Ладно, мы посадим его на автобус до Виннипега. От этого всем будет польза. Он болтает о каких-то пришельцах. Он преувеличивает, но в его словах может быть правда. Смотри, какой у него порез на лбу. Поскользнулся в ванной. Я не уверен, у него на лбу следы краски вместе с кусочками древесины. Древесина? Да, недорогая. Судя по всему, мебель была низкая. Возможно, комод. Значит, он поскользнулся в спальне. Возможно, но это только допущение. Если мы не проведем расследование, мы не будем знать, есть ли правда в его рассказе. Будем. Не суди о книге по обложке, Рэй. По обложке? Так же никто не говорит, Фрейзер. Моя бабушка говорила. Я так и знал, что за этим стоит бабушка. Зачем? Ладно. Что значит «ладно»? Что твоя бабушка стоит за этим? Я не понимаю, Рэй. Я готов. Я готов. Он уже больной. Ты не пожалеешь об этом, Рэй. Я уже пожалел. Ладно, я пожертвую своим перерывом. Я готов потратить на вас 60 минут. Пошли. Ты еще не допрашивал меня. Не испытывай судьбу. Оставь эту машину в покое и давай начнем. Рэй, мы все подготовили. Назови свое имя. Меня зовут Йен Макдональд. Кем ты работаешь? Туристический бизнес в Онтарио. Мы возим канадцев на экскурсии. Там я и познакомился с Одри. Это было словно чудо. Как летняя гроза. Как только я ее увидел, я понял, что хочу прожить с этой женщиной до конца своих дней. Я понимаю, но пока инспектор Векио не передумал, вы бы видели ее лицо, когда я подарил ей кольцо. Это кольцо моей матери. Ее глаза засветились, как глаза ребенка. Давай перейдем к делу. У нее голубые глаза, как у моей мамы. Ее похитили среди бела дня? Да. Яркий свет, я ничего не видел. Мы шли на свадьбу и зашли попить кофе. Отец Одри, венецианский дож, прилетел из Швейцарии. Гости строго по списку: Клинт, Сталлоне, Синатра, Богарт. Полный бред, он не способен говорить правду. Богарт умер 20 лет назад. Фрэнк Богарт, младший брат Хэмфри, нефтяной магнат. Дай мне что-нибудь тяжелое, я приведу его в чувство. Попробуй. Мой тесть дал мне дипломатическую неприкосновенность. Это очень интересно, Рэй. Что? Там была девушка. Видишь? Заткнись. Она была похищена, хотя, возможно, это сделали не пришельцы. Это нельзя игнорировать. Нет. Давай позвоним в ФБР. Я представляю, какое лицо будет у агентов Форда. Ты прав, он не воспримет это серьезно. Хотя... это будет ему интересно. Это укус пчелы. Они гонялись за Богартом. Сотни. И даже тысячи. Жало еще там. Ранка воспалилась. Черепахи. Черепахи? Это полицейская жестокость. Я удалил жало. Я вижу. Я не ожидал от вас, сэр. Сиди. Я позову Хью. Минуту. Как политический заключенный, я требую гарантии согласно Женевской конвенции. Причем здесь черепахи? Там не было никаких черепах. Я знаю, но зачем ты сказал? Я хотел отвлечь его, чтобы вытащить...
Вот это. Иголка. Она колется? Я не видел никаких следов от других уколов. Йен не из тех, кому нужно убегать от реальности. Нужно спросить его, что он об этом думает. Он скажет, что это прививки для медового месяца с дожем. Тогда мы должны выяснить, как это появилось у него в руке. У тебя только 60 минут. Почему? Потом у меня закончится перерыв. Я понял. Этот болтун ни за что не сядет в мою машину. Тогда возьмем мою. У тебя есть машина? Да, есть. Ну, что скажете? Я взял его у НАСА. У них какие-то проблемы с шаттлами, и они продали ее мне. Симпатичная. Вы позволите? Там дует. Это вредно для люмбаго. Конечно. Это и есть твои клиенты? Даже старому человеку хочется исследовать неизвестное. Любознательная личность, которой за 60, это интересно. Тебе следует запомнить это. Кому нужен Марпл Бич? Мы только посмотрели на этот проспект и сказали, если ходить на рынок пешком, а не ехать на такси, по пятницам есть меньше, то мы накопим денег. Мы станем богатыми. Мы смотрели программу Донах, и он рассказывал, что видели другие, и мы захотели тоже посмотреть. Вы позволите? Конечно, спасибо. Здесь обещают встречу с пришельцами. Такое здесь часто бывает. Это понятно. Побывайте на базе 24, сверхсекретной операции правительства по изучению НЛО. Вы встретитесь с инопланетянами. Полетаете на настоящей летающей тарелке. И люди платят за это деньги? Мы гарантируем удачу. Но это же обман. Skywatch — это прекрасно. Сотни кораблей со всей галактики слетаются сюда, и это можно видеть. Норман тоже летал во время войны. Дорогая. Наш сын тоже пилот. Мы так давно его не видели. Занят, наверное. Я скучаю. Какая милая собачка. Это волк. И он на диете. Довольно. Хотите жареные курочки, Глассман? У меня от нее сердцебиение. Я говорила тебе, давай сварим. Жареные орешки. У меня аллергия. Дамы и господа, посмотрите налево. В 1983 году в этом месте я сам видел, как космический корабль забрал молоко у целого стада коров. Встречаемся на брифинге в 3 часа. Не опаздывайте, ровно в 3 часа. Какой милый мальчик. А мне так нравится собака. Путешественники. Уфологи, их здесь сотни, тысячи. Они охотно сюда приезжают. Это знаменитое место. Здесь останавливается миг, когда Стоунс на гастролях. Мухаммед О и Джордж Форман проводили здесь секретную встречу перед боем. Но я вам ничего не говорил. Здесь же я познакомился с Одри. Здесь ты с ней пил кофе? Ты говоришь о моей невесте? Прости. Это было ужасно. Они вырвали ее прямо из моих рук. Я сражался, как дикий зверь. Но что можно сказать пришельцу, который нацелил лазер на твой лоб? Согрей меня. Ты мне надоел. Оставь свой сарказм при себе и думай о работе. Мы говорим о женщине, которую я люблю. Ладно. Здесь был настоящий погром. Я хотел сохранить место преступления. Идем.
Мы нашли его, но он не один. Продолжайте наблюдение. Не выпускайте его из виду. Здесь повсюду была кровь. На стенах, на потолке. Йен, я готов поверить тебе. Даже если в комнате убирали, дерево впитало бы кровь, и на нем остались бы следы. Комод заменили. Ясное дело. Извините, это вещественные доказательства. Безнадежно. Да, мне нужно такси. Чикаго. Чикаго. Я знаю, что это 60 миль. Я знаю, что это далеко. Да, у меня есть деньги. Завтра. Дверь взломали? Сняли с петель. Антигравитационными ботинками. И телефонный справочник забрали. Комод заменили, дверь поставили на место и покрасили. И слушать не хочу, он говорит глупости, а ты поддакиваешь. Проклятые пришельцы, забрали мой видик. Костюмы от Версачи. Я думал, что высшие формы жизни хоть что-то понимают в этике. Это были плохие пришельцы. Простите, сэр. Простите, вы не видели, заходил ли кто-нибудь сюда примерно 15 часов назад? 15 часов назад? Да. Вы не могли бы их описать? Могу. Опишите их, пожалуйста. Минуту. Одну минуту. Я сейчас. Вы из ЦРУ? Нет. Канадская конная полиция. Констебль Бентон Фрейзер. Боб. А где твоя лошадь? У меня нет лошади. Зато у меня есть волк. Ты ездишь на волке? Нет. Он глухой. Примерно около шести приехали двое на Форде. Я ждал, пока первый слой высохнет. Пошел выпить кофе, меня не было минут 20. Когда я вернулся, их уже не было. Зачем поднимать шум? Хоть одно разумное объяснение. Вы владелец дома? Нет. Смотритель? Нет. Что же вы делаете? Я строю корабли. Когда это закончу, будет точная копия. Копия чего? Того, что у меня в подвале. Спасибо. Приятная беседа. Что вы делаете? Это же свидетель. Его нужно защищать. Двое пришельцев в Форде. Понятно. Они взяли под контроль сотрудников Ford Motors, чтобы замести следы. Как мне выбраться отсюда? Налево за угол. У меня нет машины. Это большая проблема. Здесь можно взять машину на прокат? Аполло 13. А автобус? Час назад ушел последний. А шаттл здесь не пролетает? Спросите Боба. Я лучше выскребу себе глаза ложкой. Нет, это просто такое выражение. Как они могут промыть мозги всей компании Ford Motors? На первый взгляд, это кажется невероятным. Фрейзер, этот парень врет, как продавец подержанных машин или президент. Спасибо. Игнорируя факты, ты игнорируешь истину. У нас есть свидетель, который может подтвердить, что сегодня утром в квартире Йена что-то происходило. А если спросить, кто убил Кеннеди, то он скажет, что это сделали зеленые человечки из его подвала. Нет, это не они. Если он скажет хоть слово правды, я останусь. Справедливо. А как тут у вас с едой? Идите в бар. Спасибо. У вас есть время, пока я буду жевать гамбургер. Вам понравится здесь. Это 4 звезды, лучшая свинина во всей округе. Это твой дружок? Охрана. Ян, в так называемую округу входят Нью-Джерси, Нью-Йорк и Коннектикут. Да, но все это началось отсюда. Ян, да. Тебя ждет группа. Дай им посмотреть карты места, где поселились инопланетяне. Милая старушка. Вот, смотрите. Здесь всегда весело. И народу полно. Никто из них не был вчера у тебя? Трудно сказать.
Я видел только Одри. Могли быть и другие свидетели. Давайте спросим эту пришелицу. Она могла что-нибудь увидеть. Простите, у вас есть что-нибудь другое, кроме гамбургеров Skywatch? Вы не здешние. Мы пришельцы, но похожи на иммигрантов второго поколения. Я узнал тебя. Ты вчера работала в баре. И позавчера, и за день до этого. А тебя я раньше не видела. Я с северо-западных территорий. Если мой друг узнал вас, то, возможно, и вы видели его вчера. Почему вы не спросите его? Это длинная история. Да, он был вчера. Что? Дама сказала, что... Я слышал. Он сидел вон там. Ты ведь был с Одри Маккенна? Да, Одри Маккенна. Она выпила два Космополитена, хотя больше одного никогда не пила. Это был особый случай? Значит, вы видели его вместе с этой женщиной, и она была в хорошем настроении, так? Помнится. Обычно да. Вы не скажете, где можно найти Одри Маккенна? Ее нет в городе, она почти не говорит о себе и своей работе. Значит, она работает на базе. Одри работает на базе? А ты этого не знал? Я приехал в этот город сумасшедших и слушаю твой бред насчет пришельцев только для того, чтобы эта мадам сказала, что Одри работает на военной базе? А Одри я знал все, что мне нужно было знать. Например, я знал, какая она в душе. Мне не нужно было задавать глупые вопросы. Я только взглянул на нее и все понял. Вот здесь. Так всегда бывает. Как это чудесно. Спасибо. Ты давно ее знаешь? Я пришел сюда около 10, а Одри в половине 11. Вы только вчера познакомились? На это нужна одна минута. Моя мама всегда так говорит. А разве не Барбара Стрейзанд? Вы знаете мою маму? Ее следующий альбом станет хитом. Все, я уезжаю домой. Нет, прошу вас, я же обещал. Она сказала «да», ее глаза загорелись, и вы были счастливы. Нет, я обещал своей маме. Она отдала мне свое кольцо перед смертью и сказала, чтобы я подарил его женщине, которую полюблю и которая будет верна мне до конца дней. Не так, как мой отец. Помогите мне. Я должен ее найти. Нужно ехать на базу. На американскую военную базу? Да. Если гражданские крутятся рядом с базой, военные не выбирают свет. Мы покажем им пропуск, который у меня еще со времен бури в пустыне. Простите, как проехать на базу? Налево, по дороге. Это примерно 5 миль. Спасибо. Он обещал, Рэй. Это же его мать. Это были последние слова, которые она слышала. Ладно. Я дам еще немного времени. Сколько? Пока не передумаю. Это справедливо. Большое спасибо. «1984 год. 10 часов вечера. Вторник. На экране радара метеостанции в Иллинойсе появляется красный сигнал. Сначала техники не придали этому значения, подумав, что это самолет. Но потом красный сигнал разделился на 4 части, которые разошлись в разные стороны. Они поняли, что здесь что-то не так. Дамы и господа, закройте глаза и представьте, что находитесь на этой станции». Я жалею, что согласился. Не может быть. Мы даже не знаем, как она выглядит. Это фотографии нашей помолвки. Из дешевой фотобудки. Ну да. После того, что случилось с ее братом и принцессой Дианой, семья Одри не хочет, чтобы ее фотографии попали в желтую прессу. Сигналы передали в НОРАД, и в небо стартовали сотни летчиков. 10:30. Ферма Сэма Нонбурда. Красные, зеленые и синие огни окружили его амбар. На полицейское управление в Эванстоуне обрушили сотни телефонных звонков. Ребята в форме принялись за дело. По всему городу развернута служба по приему сообщений о встрече с неопознанными летающими объектами. Дамы и господа, справа от вас находится место первого приземления корабля пришельцев. Прямо здесь, за деревьями,
Неужели у нас с ними одна генная структура? Что ты имеешь в виду, Рэй? Он же надувает их. Они вполне довольны. Когда начнешь толкать недвижимость? Они из дома для престарелых в Сансет. Некоторые много лет не снимали домашний халат. Правда, Мюррей? 8 лет. Ангина. Внимание! Проезд и фотосъемка запрещены. Как ты любишь рисковать. Люблю отчаянных мужчин. Замолчи. Я могу прочитать этот плакат. Проезд запрещен. Служба охраны имеет право применить силу. Замечательно. Я сам с ним поговорю. Привет. Цель прибытия. Привет, как дела? Цель прибытия. Это Брэд Вилсон? Это я, Йен Макдоналд. Второй батальон. Фонд Брэк. Как дела? Это не Брэд Вилсон. Сообщите цель прибытия, или мы применим силу. Я приехал за своей невестой, Одри Маккенна. У нас нет такого сотрудника. Странно, она сказала, что будет ждать меня у главных ворот. Скажите ей, что я здесь. Дальше проезда нет. Немедленно разворачивайте машину. Йен, я не думаю, что это правильно. Йен, останови машину. Через вторые ворота проследовала чужая машина. Останови эту чертову машину. Я знаю, что делать. У нас гости. Выходите из автобуса с поднятыми руками. Вы все арестованы. Ребята, не надо паники. Уберите свои пушки. Спокойно выполняйте все требования. А ты еще поговори. Если повезет, они пристрелят его. Добрый день, констебль Бентон Фрейзер. А это мой волк Диффенбейкер. Извини. Слева от меня... Я понял. Это секретная военная база. Вы не понимаете команду не двигаться? Брэд, как ты изменился? Когда мы поклялись погибнуть вместе... Простите, вы не могли бы пристрелить его? Назад. Позвольте объяснить. Невеста этого джентльмена, Одри Маккенна, она работает на этой базе. Вы не могли бы пролить свет на ее внезапное исчезновение? Отведите нас к вашему командиру. Отведи этих троих. А этот пусть останется. Вы не видели моего сына? Он тоже летчик. Нет, мэм. Пришельцы? Мистер Макдональд, если вашу невесту похитили пришельцы, то я не могу утешить вас. Это военная база. Все просто и ясно, в отличие от вашего проспекта. Можете смеяться, но это отличная программа. Так Одри работает у вас или нет? Она же ваша невеста. Вы должны знать. Лейтенант? Среди персонала Одри Маккенна нет. Я проверял списки за 10 лет. Они в шоке. Извините, что не можем помочь вам, инспектор. Ничего, полковник, извините за вторжение. А эту женщину вы узнаете? Может быть, у нее другое имя? Нет, не могу вам помочь. Красивая девушка. Вы будете отличной парой. Надеюсь, вы ее найдете. Тогда скажите мне, где она. Спасибо, полковник. Ты поверил ему? Идем. Разве вы не видите, что это заговор? Пришельцы просто так не падают с неба. Американская армия позволит им разлучить двух влюбленных. Ты хочешь, чтобы тебя арестовали? Нет, постойте. Продолжать наблюдение, сэр. Да.
пока они не уедут из города. Соедините меня с лабораторией. Они ее знают. Они ее знают. Это младший офицер. Когда он говорил о ней, он отвел глаза в сторону. Он даже не взглянул на фотографию. А полковник? Он даже глазом не моргнул. Ни разу. Он тоже замешан. Думаю, да. Как ты догадался? Он вспотел? Нет. Часто дышал? Нет. По зрачкам? Я не заметил. Тогда как? Его стол. Его стол? Да. Причем здесь стол? У него на столе лежало дело Одри Маккена. Что? Это Одри. В красной куртке. Я ее узнал. Перестань. О чем я думал? Этот парень с ракетой опять за свое. Садитесь. Полковник ждет вас. Я требую отвезти меня к полковнику. Когда об этом узнает мой дядя, адмирал Немец, у вас будут неприятности. С ним лучше не шутить. Это я вам говорю. Одри! Уберите руки. Что вы сделали с Одри? Господа, давайте прервемся. Вы знаете этого человека? Нет, сэр. Вы раньше видели его? Нет, сэр. Ваш друг принял мисс Джонсон за Одри. Он гонялся за ней по территории базы, подвергая опасности жизни моих сотрудников. Если вы не против, мы хотели бы вернуться к работе. Господа, если я еще раз увижу здесь вашего друга, неважно по какой причине, я арестую его, позвоню вашему руководству и прослежу, чтобы вас примерно наказали. Я понятно объясню? Да, сэр. Идем, Йен. Я видел ее. Это правда, господа? Да. Вы верите ему? Ты поставила проект под угрозу. Больше такого не должно быть. Посмотри на небо, Норман. Ты думаешь, это они? Где? Вон те огоньки. Они такой же формы, как летающие тарелки. Не говори глупостей. Это все выдумки. Их корабль похож на шаттл. С ракетами. Ты думаешь? Да. Мой сын летает на самолетах. Уже не летает, дорогая. Он погиб на войне. Это они так говорят. Но я думаю, он там, вместе с ними. А вы что думаете, мистер Гласман? Я думаю, что стул неудобный. Возьмите мой. Нет, нет, не надо. Звезды. Все думают, что люди в пожилом возрасте уже не обманывают себя. Кто бы говорил, яйца курицу учат. Твои россказни ничуть не лучше. Мои истории не выдумка. Ни слова правды. Ты это знаешь и я, да и они. Рэй, на столе лежало дело Одри Маккена, но никто не признал, что знает ее. Тебе это не кажется странным? Эту женщину никто не похищал. Она на базе и не хочет, чтобы кто-то знал об этом. Особенно ты. Ты ошибаешься, мой друг. Я не ошибаюсь. И я не твой друг. Это все игра твоего воображения. Она совершила большую ошибку. Когда она это поймет, она сама придет ко мне. Хватит, очнись, старина. Ты думаешь, она не плачет сейчас, если только чистит лук? Ты очень жестокий человек. Рэй, рано или поздно ему придется принять истину. Ты не первый, кого обвели вокруг пальца. Рэй хочет сказать, что эта девушка встретила легкую добычу. Ты не особенный красавчик, но в сравнении с местными ты просто Брэд Питт. Она взмахнула ресницами, уложила тебя в постель, и через 15 минут ты подарил ей кольцо как сувенир. Мы это проходили и знаем, как это бывает. Да.
Я забыл, как это бывает. Ты поддержал его. Сам попробуй. А я буду любоваться пришельцами, которых нет. Они пропустят Skywatch. Отличный аппетит. Вы любите собак? У меня аллергия на шерсть. Сынок. Так это все? Он прав. Я идиот. Я был знаком с ней 15 минут, а уже собирался жениться и отдал маме кольцо. И ты решил уехать? Она не снимала кольцо до самой смерти, а я отдал его просто так. Почему ты думаешь, что просто так? Она сама сказала. Где? В баре? Она сказала мне. Когда ее похищали инопланетяне? Она сказала. Когда? Она ничего тебе не говорила. Ты просто боишься узнать правду. Но если ты хочешь прожить свою жизнь по-другому... Мы найдем Одри. И тогда ты сам ее спросишь. Ну ладно, довольно. Я хочу кое-что показать. Ты стой здесь и не смотри. Закрой глаза. Не подглядывай. Я не это имел в виду. Капитан, там что-то происходит. В чем дело? Остановите автобус. Остановитесь. Приказываю немедленно остановиться. Он не будет шутить. Джерри, не ожидал тебя увидеть. Извини, я спешу.
Простите, вы не видели? Спасибо. Надеюсь, это не метеостаб. Нет, похоже, что-то настоящее. Есть контакт. Приготовиться. 7 миль. Корабль приближается к отметке. Вам нужно поговорить с полковником, сэр. Высокий молодой парень. Я хотел бы пристрелить его первым. Ребята, зря вы так. Вам нужно поговорить. Знаю, с полковником. 5 миль. Где полковник? Уже идет. 4 мили. Закрыть дверь. Одри, верни мое кольцо. Ты знаешь его? Корабль снижается. Это мамино кольцо. Я ей обещал. 2 мили. Если тебе оно не нужно, верни. Я спросил ее, но она не ответила. Господа, подобные обвинения влекут за собой наказание до 30 лет. Учитывая важность объекта, за это можно получить электрический стул, чего вы явно не хотите. Вас освободили от всех обвинений лишь благодаря ходатайству города Чикаго и правительства Канады, которые просят о снисхождении и ссылаются на ваши посредственные умственные способности. Мы согласны с их выводами и поэтому отпускаем вас. Спасибо, полковник. Пожалуйста. А теперь с вами, мистер Макдональд, в более личной форме. Если я замечу вас ближе, чем в 5 милях от военной базы США, я лично сажу вам промеж глаз пулю из пистолета последней разработки. Это понятно? Ну и ну. Когда Билли Картер назначил моего дядю начальником департамента по кадрам, он хотел искоренить именно такое поведение. Йен. Этот парень сведет меня с ума. Йен. Одри. Йен. Это ты? Да. Почему ты... Мне нужно было на работу. Как раз тогда, когда я делал тебе предложение? Йен, здесь произошло важное событие, которого мы так долго ждали. Какое? Я не могу говорить об этом. То есть они... Они прилетели? Это правда? Забавная шутка. Посмотришь на облако с одной стороны и увидишь верблюда. А посмотришь на него с другой и увидишь... Шашлык. Но как бы ты на него ни смотрел, это облако. А потом пойдет дождь. И оно исчезнет. Да, я понимаю. И так будет всегда? Я и дети, мы ждем тебя за обеденным столом, но ты не думаешь о семье. Никто из нас не знает, когда ты скажешь правду. И так будет всегда? Вернусь кольцо? Нет. Я держу свое слово. Оставь его у себя. Когда мы встретились... Это было чудо. Ты посмотрела на меня и сразу поняла, что я и есть тот самый мужчина, с которым ты хочешь прожить всю свою жизнь. Нет, я подумала, что ты славный. Мне недостаточно 42 минут. Вот если бы 43... Я приду в бар сегодня вечером. И если кто-нибудь захочет угостить меня коктейлем, я не буду возражать. Я приду. Увидимся. Приказ полковника. Hey,
Спасибо за помощь, ребята. Вы не могли бы одолжить мне немного денег? Зачем мне это? Возьми мой автобус. Его же конфисковали. А мы украдем его. Йен, мы попробуем его вернуть. Я не поеду на этом автобусе. Фрейзер поведет. Тогда я лучше пешком пойду. А если тебя арестуют? Это с ним уже было. Заткнись, Рэй. Когда в следующий раз ты задашь мне гипотетический вопрос, да, я отвечу нет. И я могу это понять, Рэй. Гипотетически. Goodbye, son. High winds, northern sky will carry you away. You know you have to leave here, you wish that you could stay. It's four directions on this map, but you're only going one way. Due south, that's the way.